с мужем планировали подобный вид отдыха, решились, и все получилось, шуйские выходные удались на славу, все понравилось. И лагерь, и ребята, и сплавы, и рафты, и адреналин, все классно. Очень понравилось, была хорошая компания. Люди помогали друг другу, работали как единый организм. То, что было на пороге, все поймали. Как, ну, я новичок в этом, говорят, как, ну, бочки, обраточки, все заловили. Покатались на пороге. Приравнивались уже, ну, к недельному отдыху точно. Настолько они были активными, настолько они были незабываемыми, что было здорово. Еда была очень замечательная. На костре шло все. Все было очень вкусно. Любое блюдо приготовленное было прям шедевральное. И очень вкусное. Ну, банька святое. Это общественное, разве это баня? А походная, вот это баня. После нее ныряли в шую. Здоровье прибавилось. Каждый занимается своим делом. И опять же, уединяешься с природой. Захотел, посидел, подумал на бережку. Природа хорошая, Карелия, красивая. Завораживает. Впечатляет. Еще раз обязательно приедем, друзей с собой возьмем. Особенно те, кто едет первый раз, я думаю, им очень понравится. Шуи, это должно быть в начале пути. Но за ними, естественно, надо штурмовать другие реки.